Я читаю 108-й псалом. Начальнику хора псалом Давида. «Боже, хвалы моей, не промолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым. Отовсюду окружили меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его, когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, а жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. Да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренность его и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя, спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу. Колена мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены, раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. А я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его».